Во всех уголках Брестской области сегодня особое внимание к самым маленьким гражданам страны. Чужих детей не бывают, уверены в Белорусском союзе женщин. Поэтому мероприятия, которые проводит это общественное объединение, отличаются особой теплотой и душевностью. В дни зимних праздников здесь витает не только дух волшебства. Атмосфера таких встреч пропитана материнской любовью и заботой. В этом году мы постарались действительно уделить внимание деткам тех семей, которые, возможно, родители не всегда имеют такую возможность финансово поддержать детей, привести их на елки. Мы организовали акцию «Поездку по Несси Деда Мороза». 40 деток 28 декабря посетили это замечательное место, побывали действительно в сказке. Кроме этого, получили замечательные подарки на память о том, что было это мероприятие. Мы оказали помощь нашим центрам коррекционного развития наших детей-инвалидов, детей особенным развитием. Базой для проведения проекта «Рождественские встречи» традиционно стал ресторан «Ташкент». Руководство этого заведения уже много лет сотрудничает с Брестской организацией Белорусского союза женщин, предоставляет территорию и накрывает праздничный стол. Также в числе давних меценатов ведущие частные предприятия организации Бреста, государственные учреждения. Поэтому благодарственные письма – лишь маленькая толика признания за большие добрые дела. И как показывает практика, Белорусский союз женщин продолжает не только аккумулировать вокруг себя бескорыстных помощников, но и прирастать первичными организациями. Акция «Наши дети», она как раз объединяет и сплочает все первичные организации Белорусского союза женщин. Нужно отдать должное, что мы сегодня собрали ту категорию детей, для которых праздник – это самое главное. Они его ждут целый год. И благодаря этому мы находим людей, которые занимаются меценатством, благотворительностью. Новогодний праздник должен запомниться и детям, и их родителям, считают активисты Белорусского союза женщин. В этом году 25 семей, в которых воспитывается порядка 100 детей, стали главными героями рождественских встреч. Задача – подарить положительные эмоции, а подарки от меценатов и спонсоров – приятное и весомое дополнение. Такие мероприятия проходят не только в новогодние праздники, но есть много других мероприятий, которые организовываются Белорусским союзом женщин. И мы, нотариусы Брестской области, активно участвуем в таких мероприятиях, потому что мы понимаем, что мы должны вносить свой какой-то вклад в помощь тем, кто в ней нуждается. Что необходимо ребенку? Конечно же, чтобы мама была рядом, любящая семья и счастливое детство. Поэтому задача и государства, и общества – максимально обеспечить маленькому человеку веселые праздники и подарить немного волшебства. В первую очередь, все для детей. Мы все для детей стараемся. Конечно, только это для них идут праздники. Мы же для них это все делаем. Тяжело воспитывать шестерых? Честно сказать, нет. Бывает, конечно, иногда тяжеловато, а так нет. Уже знаю то, что это мое, к этому мы и стремимся, чтобы это рядышком были постоянно. Ирина Альшова, Павел Малашонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук ТВ».